Итак, ребятки, гранд-финал второго турнира. Дуэльная лига от Истоти, сезон номер 2. Стоун Пепка на данный момент 1-1 по картам в этом Best of 5. Руины. Пепка на голени такой, хопа, сразу грибочек посадил. Это значит в рассаду уйдет. Хорошо, Мега тоже небольшой, плюс 10 к таймингу формирования билки буст. Две рельсы от Стоуна, знакомьтесь. Ой, какая неприятная для Галены встреча, ребята. Какая неприятная для Галены встреча. Словил на скорости Стоун Пепка. Галена не взяла до сих пор Мигу, ребят. Ой, еще и взорвалась жопа жабы. Жопа жабы горит, текай. Хорошо, потушена жопа жабы. Ой, напрягает Галенушка. Еще и рельсу подняла. А смотрю, в бой на всех парах стремится Пипко. Но там красный был, объективно нужная вещь, конечно. Надо было драться. 36 по-прежнему у Стоуна рискует, но Мега его. Есть рельса. Стоун ловит еще одну опасность. Как же красиво отыграл Пепка, ребята, но здесь на фулл стеке жабы стагибать. Но нет, не получилось. Так, ребята, это же все-таки жабыстака фраг. На фулл оф киллере. Хорошо, Мега за Стоуном начинает душить певчаныка. Все, ребят, по респам задушил. И вот она встреча. Ну, с ракетой встреча, привет. Неплохо отыгрывает Пепка этот момент. Не, все-таки убить не позволяет. Но Пепка так хочет нанести дамаг, что открывается сызнова. Фигачит. Жестко, га. Стол, мне кажется, прозевал тайминг. Хорошо. Мансят, ребята. Как же мало хп было у Пепка, что он туда прыгнул. Но это же вообще, ну, дичь, да? Дичь. Пепка нагленько так нападает. Я думаю, что здесь, если он таким образом потеряет еще пару фрагов, а контроль он уже потерял. Не идет рельса, но что поделать. Жаба попала рельсу и сразу на контроле уже. Все, ребят, будет сейчас Стоун топтать, конечно, жестко. На газе чисто, чик-чирик. Enemy detected. Deactivate him, yes or no? Yes. Мань-мон! Шаг! Иди сюда! Цып-цып-цып-цып-цып-цып! Ты мой цыпленочек! Вот хорошо! Ой! Пепка, иди сюда! Иди сюда! Жаба на контроле! Такой стол на серьезных щах! Ребята, все очень хорошо! Сейчас после красного вот так вот через телепорт. С рокет-джампом? Не. Красивые, приготовленные выпады. Это 5-0. Красивая рельса. Не надо без спросу брать рельсу. Не надо. Пытается заобузить респ.
Пепка прибегает сам, ребята, и что мы видим? Ну, явно не 7-0, но около того. Шафта чуть-чуть, братик. Rocket Jump. Это сильно красиво. Он как будто бы заставил его выйти на рельсу, ребята. Как будто бы его заставил. Просто приказал мысленно. Выходи на рельсу. Ща и фраг. Это был 7-й, ребята. Кто любит цифру 7? Все любят цифру 7, ребята. 7-й фраг. Но не меньше любят 8-й, когда дело о них именно. А 8-0... Ух! Мига достается пепчанику. Бах! Реализация была на стороне Пепка. Его первый фраг, заработанный на руинах, случился в конце 6-й минуты. Ребята, что ли это? Неужели камбэк? Камбэк is real. Is real камбэк. For real. My friends, it's was be a for real. Охренеть, ребята, 4 рельсы подряд. Просто жестко. Просто очень жестко. Что это, ребята? Это конкистадор номер 2. Апгрейженная версия, уже следующий апдейт прошивки. Конкистадор, нападение вперед на оппонента с рельсой. Ну то есть, представляете, на шафт идти с копьем. Шикарно, вообще шикарно. Ну и главное получается. Мне кажется, ментальная составляющая немаловажна здесь. Стоун, учитывая то, что он и видит счет, ребята, да. Стоуну тоже он доступен, он понимает, что сейчас 11-2. И что, когда за 2,5 минуты до конца можно быть расслабленным. И это позволяет, наверное, ему снять некую нагрузку стрессовую эту с мозга. И работать еще эффективнее, чем он может. Ну, это лишь теория. Это лишь теория. Ух. Уф. Хорошенький. Спокойненько. Да, еще рельсочку, вторую. Все наглядно, легко и просто, хочет сказать нам Петр. У Никиты Пепка, как мы видим, действительно не получается. Здесь мы все видели, ребят. Давайте переключимся на Пепка. Посмотрим на его страдания последние минуты. Как-то будет ли пытаться вернуть? Или просто, быть может, потренирует переобувку контроля? Мне даже вот на его месте, кажется, не слышно было, да? Не было звуков, которые свидетельствовали о том, что приближается такой объект, блядь, как жабысток. Именно холодильник кожаный, зеленый, летит на тебя, да? И ты не слышишь это. Или вот еще один факт хотелось бы обсудить в комьюнити, ребята. Клатч вот этот вот, именно просто бамблби, пиздец. Очень здоровая хрень. Передвигается бесшумно, просто не видишь, как он тебя начинает сзади иметь. С этим надо что-то делать. Это Rage Quit, ребята, объективно. Да, Стоун на руинах был лучше. Это 2-1 в пользу Стоуна. ГГ.